Продолжаем поиски. Начинаем мы новое представление. Грибное представление. Ты тут немножко лопнул почему-то. Зато видно, что шляпа чистая. Она чуть-чуть подлопнул. Хотя, кстати, чуть-чуть вчера точно все-таки есть. Вчера вот еще шляпы были все хорошие. Конечно, расстраивает. Ох, какой хороший. О. Так, начинаем представление. Сейчас все перенесем. Перенесем сюда, потому что здесь все будет жарко. Так. И вот, пожалуйста. Опа. Опа. О, какой, посмотрите. Хороший какой. О, какой. Так. Опа. Но дальше я не помню, где что было и было ли вообще. К сожалению, я так увлекся поисками. Да, наверное, не было. Наверное, не было. Хотя, фиг знает. Ну вот, разве плохо? Боишься подавить. Я уже столько грибов шибленных видел. То ли звери это пытаются, то ли еще что. А вот он, я забыл про этот еще. Вот он. Ой, тут еще есть. Вот этого я и не видел. А вот видите, можно сказать, онлайн-поиск. Опа. Опа. Хорошие. Ой. Прям вообще такие толстенькие. Прежде чем наступать, надо еще внимательно смотреть. Так, друзья. Вот так вот у нас сегодня. Видите? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До скорых.